сегодня. Я, когда шел сюда, я не знал, что я услышу. То, что я услышал, меня привело просто в полный восторг. Все огромные молодцы. Это большая-большая радость присутствовать на таком мероприятии. Я надеюсь, что я еще не раз вас всех услышу где-нибудь. Для меня, правда, большой восторг. А в углу Черноморченко Александру за замечательное исполнение Баха.